Открытый чемпионат Гагаузии по дзюдо прошел в региональном спортивном лицее муниципия Камрад. Схватки проходили на двух коврах. Ажиотаж среди сильнейших дзюдоистов страны чувствовался в полную силу. Никто не хотел уходить проигравшим. Но спорт – это слезы и радости, и слезы поражения. Чемпионами стали как самые юные спортсмены, так и те, кто уже не раз поднимался на пьедестал почета европейских первенств. Соперница была много слабее меня, но все было отлично. Мне понравилось, что сегодня было. Было сложно, но я справился. Я всех выбрасывал на один и тот же прием бедро, на япон и редко в базаре. Я рад, что я победил второе место. Буду дальше тренироваться и готовиться к соревнованиям. Я боролся со многими ребятами и победил то на базаре, то на япон. За ковром поддерживали и переживали за своих воспитанников тренеры. Они вложили в ребят все свои знания и опыт, чтобы именно на таких турнирах выявлять лучших и видеть недочеты, над которыми нужно работать. После долгого перерыва эти соревнования – очередная ступень для дальнейших спортивных вершин, говорят тренеры. Бескомпромиссная борьба, несмотря кто они по национальности. Дети борются очень хорошо, очень много технических бросков есть. И многие ребята из Гагаузии, из Приднестровья есть ребята, есть с Калараша ребята, с Бельц, с Вулканя, с Чешмяки. Все проходит в дружеской обстановке. Кто сильнее, тот и выигрывает. Спортсмены с Чешмякюя, они двое вышли в финал. Три третьих места есть у нас уже. Как бы очень достойно проявляют себя. И хочу сказать, что еще пожелать, что вот только вот на таких соревнованиях, вот на таких турнирах, открытых чемпионатах они должны проявлять себя. Борьба идет не шуточная, я вам скажу, сильную конкуренцию они создают даже местским, камрадским дзюдоистам. Главный судья соревнования Петр Куру отметил, что чемпионат организован на высоком уровне. Он собрал сильнейших спортсменов. Они показали интересную борьбу и доказали, что дзюдо в стране развивается. Воспитанники Петра Куру усиленно готовились и старались справиться с поставленной задачей. Там я рассчитывал, что будет победа моих учеников. Некоторые проиграли, некоторые одолели, но тем не менее очень жаркие схватки. Во всех местах очень интересные бои проходят, схватки. Вы можете понаблюдать за нами. И очень хорошую команду привели Бельцы, Тирасполь и Бендер, очень хорошие команды. Поддержать спортсменов и подарить заслуженные подарки, дипломы и кубки пришли начальник управления молодежи и спорта, а также представитель общественного объединения «Жудо Джуниор Молдова». По словам гостей, на ковре шла жесткая и конкурентная борьба. Но только опыт и характер определяют победителей. Лично считаю, что именно такие соревнования способствуют развитию спорта в Республике Молдова. Наши дети хотят и могут добиваться больших успехов. По итогам соревнования более 30 ребят заняли третьи места. И 30 стали чемпионами и серебряными призерами. Все победители получили кубки, дипломы и медали. В командном зачете первое место заняла команда города Камрад. Второе место – дзюдоисты села Казаклия. И третье – спортсмены из города Калараш. Они получили кубки и призы – мячи и кимоно. Зинаида Канцер, Влад Табачук, Алексей Герчук, ГРТ новости.